Коллеги, Retail Tech снова в эфире. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Добрый день, меня зовут Казьмина Любовь, генеральный директор Дрогери Союза. Я представляю объединение Дрогери сетей. В наше объединение входит 11 сетей формата Дрогери по всей территории России. И мы сюда приехали командой, собственники нескольких розничных сетей. Поэтому нам здесь все очень интересно и все очень нравится. Наша тех-выставка, она предлагает некие инструменты и какие-то новые интересные IT-решения для бизнеса. Расскажите, что вы ищете на нашей выставке и, может быть, уже знаете какие-то направления, которые вам интересны? Ну, на самом деле, да, мы всегда находимся и все сети находятся в поиске новых решений, потому что IT-решения, автоматизация – это то, что сейчас требуется, то, что необходимо. Но на самом деле, я думаю, что это будет в том числе, можно будет узнать новости и у коллег там из 1С, да, в том числе. Это какие-то решения, связанные с ценообразованием, потому что сейчас это очень востребовано, вот, с управлением ассортиментом. Поэтому очень надеемся на выставку, на новые знакомства, на новые решения. Мы тоже очень надеемся, и к нам приходят разные спикеры, представляя свои интересные продукты. Надеюсь, тоже на нашем сайте, где вы увидите много интересных спикеров, тоже для своих сетей вы тоже найдете много интересного. Спасибо большое, что к нам приехали, и желаем вам на нашей выставке удачи. Спасибо большое.